всегда танк, он ее релил, он ее водил куда нужно. Короче, милики, кто не в звезде, тот сдохнет. Вот что я вам скажу. Я буду отбегать перед лезвиями так, чтобы рейда не мигнался, а они лезвия за... Кто не отбежит, тот рак. Ну, получается так. Ты ее изначально дальше поставь, и лезвия начнутся просто там, где надо. Тогда. Сейчас я немножко соображу. Тут, по сути, РС-ная тактика на этих лезвиях. Да. Главное просто, чтобы луч был за девой. А вы второй вопрос нескромный. Вы его каждую неделю убиваете, деву? Ну, мы давно уже не ходили. Ну как, не то что давно, вот когда у нас последнее событие там было, не помню. Ну вообще пару пулов и убиваем деву без проблем. Нет, деву мы убиваем на каждом РТК, если ходим. Но мы сейчас перестали ходить для этого, чтобы профа закрывать большим людям. Все ВК начали вместо Икара собирать. Я готов. Рече на готовность. На следующем шаре. Да, да. Давайте, держите все в звезде или в печеньке. Или вы надо подождать. Рёд, на каком персе? Лаждан вышел. Что, на каком персе? Ты на каком персе? Зоил. Зашли, взяли дебаф. Звезду мельки. Угу. Так вот, ревность не прок. Что делать все-таки? Дальше надо отходить, я понял. Гнев небес сбивает только клизма. Ну, это был не я. Я понял, я знаю. Интера подъявляется. Кто сбивал гнев небес? Я щит мог кинуть, кстати. Я сбить. Когда убегал, дал щит. У тебя тайминг есть? Что-то лезвие. После второй лужи оно через... Короче, покаяние 20 секунд. Сейчас лужа. Агро выбежал. Зашли, взяли до... Покаяние 3 секунды. Зашли за печеньку. Угу. Джованни. Джованни прослакал. Агро, бэр, Джованни. Окей. Лайчдан вышел. Ладжитан, Геру дашь после лужи. Понял, когда? Агро вышел. Да, после покаяния, да? Да. Зашли, взяли дебафки. За печенькой звездой побежали. Переходим аккуратно. Геру.
Двигаемся, уходим. Лачдан. Ой, ты пишешь? Ага. Роми вышел. Вышел в сторону, Роми. Зашли, взяли дебаф. Ай, черт, не дотянулся. Ревность. Тут не успели сбить крашера тоже на перефазе, шок небес. А он там дамажит, по-моему, по 20 тысяч. Ты единственный слаг был, да? Для Ну, это не то, что даже слаг, он же как раз побежал лужу брать, и он мог тупо не успеть на ранже. Ну, у нас два мелька убивает, оба побежали за лужу. Сейчас неудобно было, я обычно либо остаюсь, немножко задерживаю, чтобы сбить, либо уже после сбиваю. А сейчас до него бежать надо было, мне не хватило буквально шага. У нас, если есть шаман, обычно шамана ставят сбивать. Ну, лачдан он убил, лачдану неудобно будет. Или мага ставит на это, потому что как раз мага... Я проверял, мне очень неудобно сбивать. Не, теоретически я из лужи могу кастовать на него это, но тут как раз проходит удар, и мне нужно захил делать достаточно плотно. То есть если я на элемент, да, не вопрос, а захил успевать и следить за этим кастом тяжело. Ну, честно говоря, может быть, это мне только тяжеловато, другие бы справлялись. Да ничего, сейчас вот убьем, сейчас был идеальный трой. Почти. Ну, у меня, кстати, у меня иногда промахи бывают. Так что рыбку пропалил. Поэтому Иршама не всегда ставят. Понятно. У тебя сколько меткости там? Ноль? Ну, да, ну, нет, чуть-чуть есть. 51. А чё ты бегаешь с объектом в хиле? Чисто ради скорости? 150? Ну, у меня хардкап. Может, как вариант, раз у нас милишники сбивают, кому-то из милишников, кто сбивает чуть-чуть раньше, брать могу. Да, я тоже думал. Олег, туда зайдешь, я вот как раз, вот как только появилась вторая лужа, кто-то будет выносить, забегай в первую. Первую? Так я могу со вторым просто пойти. В смысле со вторым? Ну, по вторую лужу разливает, вторую. Я могу вместе с ним пойти и чуть-чуть всем раньше получить. Ну да, можно и так будет, считай. Ты уже будешь дебафом, а все равно там еще 5 секунд где-то идет. Раун, напомни еще раз, для чего нужен дебаф в луже, я забыл. Когда она кастует покаяние, оно станет. Тебя... Ну да, как станет. Угу. И этот дебаф снимает этот стан. Ясно. Типа как значит, огонь вот этот. Значит, кто останется, тот не взял дебаф в лужу, правильно? Не, а ну на секунду, все останется на секунду, да? И после, там, я так понимаю, ну, проходит дамаг от лужи и сбивается стан. Это то же самое, как вот паладины вешают, как оно называется, покаяние или что они там кидают? Я понял. Вот. Стан снимается, если дебаф не взял, то куб. Да. Готовы все на следующем шарике за пули. Примчус.
Джованни выбежал. Блин, я на КД пинок повесил. Секунда, следующая лужа. Клизма, со мной. Зашли, все взяли дебаф. Вот это мой флаг. Ну вот, пожалуйста. Почему трое опять умирают? Это мой флаг был реально, потому что кастанул хил и... Ну, мой. Саш, ты знаешь, на этой моменте бросай все, но... А что, нельзя босса подальше отвести просто? Вот он вторую понес выносить, ты подводи подальше все это. Давай, это дух, не вопрос. Я его чуть дерну, копей. Босса чуть дерну, дальше, где его спорю. Чуть позже пуль босса, чуть позже. Позже? Я так понял, позже пуль. Босс должен пулиться, когда шарик через звездочку проходит, правильно? Ну, как по мне, да, потому что, смотри, то есть щит зависит от именно ДПСа. То есть в зависимости от ДПСа хватает, чтобы у тебя луч появился уже гораздо после и закончился черт знает когда все равно. То есть фактически тебе на лезвие пофигу будет в этой ситуации. Плохо, что нет тайминга для лезвия этого сраного. Зачем тебе тайминг? Это же видно, как он заканчивает каст покаяния, сразу кидается этот луч появляется. Надо смотреть, наконец-то. Надо смотреть. Вот считаю, у тебя вторая лужа разливается, после лужи, буквально, по-моему, 3 секунды, он начинает кастовать покаяние. Покаяние заканчивается, появляется этот луч. Вот с пуль босса, когда он будет проходить, уже вот заканчивать вот этот полукружок маленький на звезд, напротив звезд. Вот тогда с пулью. Угу. Да просто не отбежали вы. Да. Ну, не, реально мой косяк, стопудово, вообще без вопросов. Ну, уже понял, как отбегать. Угу. Дебаф взяли, сразу отбежали и ждем, когда наказ закончится. То есть весь рейд должен стоять в одной метке в то время, когда она закончит каст. Если кто-то не отбежал, это смерть. Я лучше выйду из комнаты, а то опять поспорю. Рыбу поставил, кушу. Израсходовано ровно 4 стрегов вместе с ЦЛК. Это там падает же сейчас. Итак, как только шарик проходит звезду, я взрываю так. На следующий. Там ДПСа точно хватает. Все будут живы туда. Все, ждем шарик, буду пулять. Не сейчас. Отлично, у меня забагалось, я вообще шарики не вижу. Я вижу. Вижу. Перевис. Вот, Жан вышел. 5 секунд, лужа.
Смотрим лужу в ромбике, которая... Войт вышел. Взяли дебаф. Звезду. Звезду. Вот и все. Короче, здесь... Вот здесь там должен рыть. Мне дальше уходить или что? Или... Да, иди к этому. Там лужа просто уже есть, мы не сможем. Да, я ему шмапу отдал в самый конец, в спину. Все, он сорвал. Шикарно пока все. Лужа золотая. Так, Ирель, мне все равно делать нечего, одну кнопку. Ну, лучше там, смотри, на фазе сам скажи. Покаяние через 20 секунд, лужа минута, секунда. Берем лужу, которая в луне, ой, которая в трусах, чтобы отбегать назад от лезвия. Дебаф. Агро, при перебежке Бернин Стил. Лужа 5 секунд. Агро вышел. Берите лужу, которая будет за спиной босса. Вы быстрее отбежать от лезвия, иначе вас срежут, не успеете отбежать. Фокус. Берем дебаф. Взяли, съебались за лезвие. Берем луч. На группу. Шикарно, бьем босса. Геро. Веду после каста. Каст закончен. Перевожу. Ну что, она закончит, мы не убежим. Ты можешь сразу туда бежать уже. Да я лучше агро набью, побольше ДПС там. Все равно она мне ничего не делает, меня уешь, не бьет. Бежать я успею, начарка на ноги. Силу забежала. Отведи в сторону, чуть ближе к центру. Потому что лучше. Берем лужу. Босс. Потом налезу. Дыщу выносим перед мордой босса слева. Следующая лужа. Силу в самую стенку занеси лужу. Силу в стенку. По луже-то не беги, сдохнешь. Дебаф берем. За шарик, за звездочкой. Хочу до нам. Вставай, если мы... Не успел. Не могу. Гим на хп, присти. Гим на хп, быстро гим на хп. Дал сакру. Желание, да. У меня был. Думаю, добью. 3%, 5. Врывайтесь, крутой. Постой, ты что-то уже добить. Ну, все, босс изи. Слушайте, если вы убиваете Кару Гира, я не понимаю, почему проблемы в РСК у вас. Точно. Да, потому что мы туда не ходим. Много нового. Серьезно. Я сделал 3 трая, я могу и релить этого босса следующего КД. Этот гораздо проще. Он только очень белый. Часть от того, что в РСК. В РСК просто больше моментов, их надо запомнить, заучить. Резко мы не ходим, больше из-за того, что Тёма не хочет собирать с пугами. А у нас в гильдии не собирается столько людей, ну, зачастую, потому что не у всех закрыт проф. Вот чем минус. Я понял. Из-за чего же мы и решили, вместо кары гир сейчас ходим больше в CLK-10, ну, поставили вместо гир кары.
чтобы закрывать профы людям. Дело в том, что люди 270, у них закрыт проф, и они туда не плюсуют. Помогать тем, кому надо РС-ку убить, учиться. Ну, потому что им это не надо. Надо гильдии. Ну, от этого и отталкиваетесь. Я понимаю, что своя шкура, там, ну, своя рубашка ближе к делу, все такое. Так, чё, куда дальше, Рэл? Сюда, сюда, налево. За печенькой иди. В оперу не пойдем, идем на смотрителя. В оперу мы не ходим, ну я лично там ни разу даже не был. Просто раньше она была багнутая, но сейчас говорят, что типа рабочая, но я не знаю даже, что там. Поэтому я туда и не суюсь. Смотритель тоже в одного танка идет. На трэш спекаться или пока фурики? Не надо, иди фурики там. Нету такого трэша огромного. Погодите, дайте мне на отпить. Да вон у Саврина, спасибо. Да я уже клятву дал. А эти даже не липки, они убивают слегка. Кого? Ну вот эти два моба здесь на балконе, они не липки, они можно и без танков убить. Ты про этих? Нет, не про этих, которых мы убили. Где-то из лучей выводить, да? А, нет, стоит куда ты? То на погибель. Не, погибель не. Я не знаю на нее тактики. Я был на ней один раз и то. Я на погибель же не ходил что-то с вами. Ладно, пододенемся, сходим. Ну, так рассказать можно, мы сейчас долго тратить ее будем, скорее всего. Да. Ну, тем более, ну как, я примерно помню все, но. Давай лучше пойдем на тех, кого и 100% убьем. Че, хочу сейчас смотрителя, Арана и этого не убить. Хотя бы смотрителя и Арана. А на ласта мы пойдем? Мы копыта не убьем без Тёмы. А, ну вот, я и говорю про... Я сначала думал, что мы идем на ласт. Ну, который цепь, который да. Цепь. А, все, я вспомнил. Здесь он все не кидает. Будем лакомы. Нужен очень толстый паладин. На самом деле вот этот бомб, это дело гораздо проще на Роуза. Сложно. Не, ну вот. Копыта в гере интересны. На копыте. Да нет, все-таки, если рассматривать все эти танцы, шманцы, обниманцы, то. Мороз, конечно. А то же самое, танк тоже сложнее. По 4 человека. 4 человека тупо по очереди должны четко, жестко. Да, если танк залагал, вылетел, это вайп. Мороз, боль. Да, он и легкий. Босса легкий, 100%, очень легкий. Я вам говорю, почти. Я так это пару раз испугался, потом понял, как это, как лезвие работает. Чухнул и все. Это легкий босс. Ну а смотри, просто фишка в чем, если ты. Ты пропал. Я понял, сейчас, секунду. Сейчас слышно было. Что хотел сказать? А это прот слабый. Просто теперь смотри, теперь ты понимаешь вот эту ситуацию, когда ты, если поздно спулил ее, то практически не нужно тогда назад кайтить босса. Да. Вот. Да. Поэтому пулят, грубо говоря, как можно дольше. И потом просто до момента, когда лезвие уже назад вернется, просто уже щит снимают и все, или фактически лезвия нет. Согласен, нужно предрочить, в каком плане. Нужно пулить так, чтобы рейд не убил, чтобы лезвия появлялись дальше, чтобы мы 5 шагов назад не делали. Вот
вопросы, что нужно сделать. Я думаю, временем как бы танчить будем, там, ты с кем, я с кем научим. Пулить так, чтобы ты просто стоял на месте, не терял 5 секунд по ее перебежке. То есть все. Мне, кстати, всегда казалось, что реально можно заливать при нормальном ДПСе даже на второй перебежке. На вторую полишь левой стороны, агри его и веди к нам. Все стоят здесь. С дебафом выбегаем с рейда. Да, говори сейчас дальше. Не, я просто к тому, что мне всегда казалось, ну, как бы, чтобы точно гарантированно убивать, Кроме выбежал трейда. На третьей фазе всегда давали геру и добивали. Но мне всегда казалось, по ДПСу реально, то есть если более-менее нормально, то достаточно и на второй фазе можно геру отдавать и убивать. Да. Тут, в принципе, без геры. Просто 3-4 лезвия. Взял дебаф, свалил его в метку. Такая, знаешь, немножко странная тактика, как говорится. Встали в метку, взяли лужу, там вынесли лужу, вынесли вторую, встали в метку. Встали во вторую метку. Все, вся тактика, блядь. Побежали на другое, на другой конец квадрата. Вот вся тактика. Кстати, для РС хорошая тренировка. Если для лес, батлезвия не сдыхать. Как по мне, РС довольно легкий. Я собирал, мы смогли убить, потому что люди из гильдии умирали в лужах, умирали от огней, умирали в лезвиях, короче, дохрена была ошибка. Ну, я, если честно говоря, меня там сложило, в итоге там был один победный трай, в итоге лок неудачно очень сдох, конечно, СС мы хотел в луже, так-то мы убивали его, ХП было меньше 40. 42, у меня хп, видишь, 50 с чем-то. То есть, следующий режим, я тупо не... Я любой хил захил. Даже же... Шам... Ты десятку ходил, да? Да. Реально там слабые люди. Очень нужно ходить каждую неделю вырастать. Если вы хотите одеваться 277 лут, ой, 271 предбисовый, там тапки, чешки. Иду всех на РС десятку и на РС 20 после того поубить. Как только я сам его убил, буду собирать РС-25. Если, конечно, не против администрации гильдии. Ну сейчас за 250 вырасти. Ну да, 255-258 возьму. Можно ходить в РС вообще без страха. Не, это для ЦЛК хотя бы. Но для ЦЛК лаг 200, это 260. В общем, туда надо ходить. Я вот даже тупо в десятку дешмот никому, никому не нужен. Хотя бы для того, чтобы сделать Наполеона сумеречного задуша. За вот Д. И тупо за тактикой. Вы пришли в 25, нажали свои 3-4 кнопки. Ушли да дальше пить чай в описании. Прожали 3 кнопки и все боссы узнали. Ну да. Инст легкий. Там люди вайпаются только из-за отсутствия практики. Больше не из-за чего. По ощущениям, как устали с тех пор, что я был, там сидели часа 4. А что смотрите? Смотрите, мне едят. Можно, кстати, к вам просьбу? Вы, если куда-то собираетесь идти, вести или чего, что-то... А любого пинайте для того, чтобы отметили в календаре, что вы туда собрались. Конечно, прошу. Ну что там, как у вас? Убили уж? Да, убили честно. Где его? Ну, а дальше? Сколько мы боссов всего убили? 3-4? 3-3. И все? Угу. Но мы не пошли на опыт. Удивляет. Еще на смотрителя убили Деву Мороз. Чистер всегда так. Опять под читом. Пиздец. Честер, если ты хочешь поучиться, я тебе могу уступить место. Мне учиться, я. У меня карагир фул убитый. Ну все, нормально. Еще не фул.
А ты с кем поговорил? Выходите все с комнаты. Меня разнесет. Слове сейчас мобов я приведу. В Махи Хорд, когда был, состоял. О! Блин, я же говорил, выходи. Бокрус, сейчас будешь ловить мобов и будешь их танчить. А, нет, все нормально, он выйдет. Хорошо, что и выйдет. Что за сифонник? А, это НПЦ. А у этих мобов агрос летает, да, когда они не блинкуются от меня? Нет. Они просто блинкуются, выбирают цель, да, пару плюх. Такое ощущение, что они сбрасывают агро. У меня ломит, попадает. Стой! Стоим все здесь, сейчас я расскажу. Смотритель, у него три фазы. У него идет, там их не... Ну, короче, три босса. Каждый босс, они все разные. Сейчас я посмотрю. Первый босс это электрический. Мы набираем рейндж. Рейндж 10. Ты танчишь его в центре первого босса. Ну, который по центру стоит. Танчишь его в квадратике. Набираем все рейндж 10. Будут появляться темные ядра. Темные ядра заливают все РДД, ЭДД, неважно. Вы убили ядро, у вас по центру экрана появляется кнопочка, называется аннигиляция. О, не аннигиляция, ну, короче, я не помню, как она называется точно. У вас будет кнопка посредине экрана, сверху панельки получается. При касте аннигиляция вы должны ее нажать, чтобы сбить этот каст. Если не сбить каст аннигиляция, это вайп. По очереди. Нет, там получается, кто убил последнюю сферу, у того появляется кнопка эта. Ядро, точнее. Вот, и будет примерно 2 или 3 ядра, зависит от ДПСа. Ну, можно сделать проще. Давайте, пускай будут заливать сферу Клизма, Агро и Бокрус. Это я знаю точно, что они уже убивали и делали это все. Стоп. Я немножко против, я предлагаю, чтобы наоборот в сферу играли те, кто новенький, пусть мы лучше несколько раз повайбаемся, но они четко посмотрят, как это выглядит, чтобы четко после этого могли дальше объяснять. Теперь смотри, у одного из наших танков осталось полчаса времени. Ну, в любом случае у нас мы траим только этот один, и на этого одного хотя бы они должны посмотреть. Ну, так а что там смотреть, я не знаю... По центру экрана... Смотрим еще, правильно, все, давайте убьем просто. По центру экрана будет кнопка, и все, на нее нужно нажать, или когда кто-то проанонсит, или когда будет каст аннигиляция. По этому боссу все. Потом с правой стороны... Сейчас, 20. С правой стороны это ядовитый босс. И его танк должен водить по кругу. Сейчас я поставлю, по квадрату точнее. Сейчас я поставлю как. Ты его смотрите, водишь, он за собой разливает лужу, а вам нужно бить не за ним бежать, а бить его в бочину, рядом с ним параллельно бежать и бить в бок. Все, Саш? Ну я помогать пытаюсь. Вот, по вот этому квадрату получается. Ты его водишь по кругу из-за того, что у него лужа. Милики вы бьете или в лицо, или сбоку. Для вас будет тотем очищения. Ставить лачдан. Я сейчас перекину максимально. Милика в одном пате. А остальных будем диспелить. Начинаю на квадрате. Лужа разливается, гуляю. Луна, трусы, череп, крест. Правильно? Подожди. Ты танчишь центрального босса в квадратику, я не забыл сказать, мы ему сносим 4000, 4 ляма, он деактивируется. Активируется один из этих двоих, получается. Угу. Вот ядовитый, это с правой стороны, ты вводишь его вот так вот квадратом.
ты выводишь, РДД, хилы стоят в центре, милики бьют в лицо или в бок. На этом боссе это будет все. Самый такой, ну как, несложный, самый более волнующий босс, это будет с левой стороны. Особенность его, он будет делать тайный рун. Тайный рун, они будут появляться по комнате. Смотрите, на тайных рунах с левой стороны, точнее, там, где стоит сейчас босс, будет стоять у нас Агра и Джованни, вы будете закрывать руны. Ладжидан, ты будешь стоять со мной, вот, где мы сейчас, ну, ближе к входу, понял? А что тут, а что не в центре? На ручках, да. Да, ты слушаешь? Да. Ты танчишь его тоже в центре. Получается тот, что с левой стороны босс, ты его танчишь в центре. Руны это то же самое, белые круги появляются на земле, в них должны зайти. Их будет 6 штук, если я не ошибаюсь. Будет 6 рун, если мы не закрываем одну руну, это очень большой дамаг приходит по риду. Хоть одна где-то руна будет не закрыта. А, и да, Ладжидан, давай, ты будешь с этой стороны с Агрой, я с Джованни с той стороны, чтобы два хила были с двух сторон. Я по правой, да? Все хорошо. Ну, ты вот там, где и был. Агра с тобой ближе к входу. Я с Джованни там, где сейчас босс стоит. Милики, вы стоите в центре. Силу света будешь стоять с левой стороны. Хорошо, вот сейчас я тебе меточку поставлю. Будешь стоять вот в районе звездочки на третьей, ну, на боссе, где руны. Вот там будешь закрывать руну. Милики, вы закрываете ближайшие руны к вам. На этом тактика все. Давайте потраем. Да, забыл. Сейчас я сопротивляю. Поставьте ГБ туда, пожалуйста. У нас РДПС 44 тысячи с половиной в среднем. Нужно поднимать ДПС. Чем больше ДПС, тем быстрее все это будет ложиться. Тут вроде не проблема вообще абсолютно. Даем обмен печеньки, пробиваем саппорты. Тут, по идее, должна звучать та же самая тактика. ДПС хватает. А, так сказать, главное, чтобы соблюдалась тактика. Босс то же самое, легкий, совершенно не страшно, абсолютно. Прям как Лич. Не, ну у меня реально с Синдрой, у меня реально проблема. Я, ну, то вот с этими с притяжками, после притяжки, ну, блин, у меня ощущение, что у меня реально глюка, вот он медленно у меня начинает бежать. Ну, я реагирую нормально на всю вот эту притяжку. Ну, вот как та же самая фигня, что вот глюки Дискорда начинаются, проц и всего остального. Убери Дискорд на телефоне. Есть у всех. Три человека не брали саппорты. У вас есть они? Нет. У вас ждал наверняка, да. Надо пить здесь, да? Да. Ну, спасибо большое. Это за счет фласки, я так понимаю. Да, все верно. Силу нет. Смотри, на первом боссе ты стоишь в центре. Стоишь со всеми. Подожди, нет, стоп, перепутал. Первый босс мы набираем рейндж 10 между друг другом. Он танчится в центре, мы набираем рейндж 10 силу. Потом, ядовитый босс, это который с правой стороны, мы становимся все в центр. Если будет босс тайный рун, я скажу по местам. Зоил, Джованни становится с той стороны, там где сейчас босс. Ладжидан, Агра становится ту, где сейчас печенька. Лок, силу становится в звездочку. РДД, ой, милики и танк, ну, в центре под боссом. В центре танчится босс. И будете закрывать. Милики, ваша задача, главное, с правой стороны получается закрыть руны. Это основное, потому что там не будет никого из РДД. А ты на ядовитом сказал, да, что там яд стакается? Ну, мы же будем его снимать сразу, по сути. Подожди, какой? Яд набирается, намного. И надо отойти чуть-чуть, подождать. Да, когда... Не, я с этим, я же за миликом не сталкивался, нет. Ну, у меня, например, у меня скорость ударов высокая, у меня очень быстро копится.
Я понял. Ну тогда следите за дебафом. Если будет на вас яд, чуть-чуть отойдите, чтобы он сбросился. Но тотем будет, должно быть все норм. По захилу мы, я думаю, справимся. Там уже не только от лужи, по-моему, там от миллиона ударов. Там, я знаю, он кидает сам дебаф еще. Который надо будет снимать. Так, речальная готовность. Сейчас я. Так, все готовы. Даю отсчет на пол. Запуливаю с босса. Сразу набираем рейндж вокруг него. Вокруг как два квадрата. Сферу залили быстро. Аннигиляция 3 секунды. Агро. Сбей аннигиляцию. Отлично. Эти сферы заливать надо. Темные. А... Почему люди умирают? Я понял. Не рассказали, что отходить надо. Я тоже забыл. Раньше нужно набирать от босса или друг от друга. Дай диван на кого-то. Давайте еще один пол. Забыли про это. А, нет, по дивану у меня камень. Скажи еще раз, пожалуйста. Вот почему умерли 3 человека? Им нужно как стоять, чтобы они не убивались? Сейчас, я забыл за это. Ну, Олег, что ты говорил? Я тоже забыл. Да, он дебаф вешает, при котором Мильк должен выбежать. Подождать, пока спадет? Да, да. Они должны рейндж набирать друг от друга с этим дебафом? Нет, милики не должны, просто... Тупо от босса? Да, дебаф повесился, должен выбежать. Ага, ясно. Как в Зуламане, тоже там молнии бьет на этом, на птичке. А, это электрический заряд. Да, похоже немножко. Дайте рыбку, пожалуйста. Да, я все равно. Лога, ты разве не кастуешь эту штучку, чтобы бес мгновенно вызывать? У тебя есть хрень, чтобы за секунду вызывался. Надеюсь, я в книжке. Осколок требует. Просто если в бою тебя бэрнут, ты будешь стоять 3 дня вызывать этого. Используй лучше эту штуку. С дебафом проводник молний, с ним отходим. Это на миликах, да? Подожди, сейчас я пытаюсь вспомнить. По-моему, на всех. На всех. И, по-моему, вот этот дебаф. С этим надо выходить. Проводник молний, он просто дает дамаг, а этот стакается и переходит дальше. Ряд. Перескакивает на других противников на 30% больше урона. 4 цели. Проводник. На проводнике раньше надо набирать. Электроразряд, он прыгает. Там, да, нужно... Когда... Только с проводником набирать раньше. Ну, если верить. Нет. Электроразряд. С ним нужно отбежать, потому что если он перекидывается дальше на человека, он наносит на 30% дамаги больше. Вот, считай, первый у него 6000. Вопрос сразу. Через какое время перескакивает на следующего противника? Сколько секунд? Быстро. Буквально. Короче, это как осквернение, с ним надо сваливать от рейда. Да. При этом дебаф нужно отходить. Не забываем про сопрот.
Все разлили. Первый должен быть сели. Вопрос, выбежал с рейда. О-о-о. Не сбили. Не успели. Сфера? Вопрос к Меликам. Сейчас появилась сфера в Луне, ее бил один человек. Бокрус бил босса. Другой Милик, я не знаю, кто это, Роми там или Войт, тоже били босса. Чего вы не били? Сферу я бил. Ну, один человек ее бил. ИРДД, все. Смотрите ДПС. Я сейчас по рекламу гляну, да, кто бил сферу. Могу встать, но у Мастрес на всех не пока. Не надо, не тратить ставал. Клизма сфера был. Я сейчас по рекламу гляну, кто сферы бил. Ну, это 20 полученный урон. Как она называется? Сфера нестабильной энергии. Угу. Войт, 224 ДПС. Все остальные 128, в два раза меньше. У тебя это что за борода, Милики? Ты про что? 20. Я не продал. 224 тысячи. Правильно? Не знаю. Я что-то не то смотрю, погоди. Я гляну, общий текущий, извини. Во, клизма. 90, 40, 40, 20. У клизмы нанес 94 урона, а Гра 42, Роме 40, Войд 20. Я 13 нанес за этот трай. Все ясно, да, по-моему, по миликам? По тем, кто сферы должен бить. Сферы лучше все подсказали. А все дебафы усматривали. Блин, дебаф-то дебаф, но он вешается же после сфер, правильно, РЛ? Перед сферами. Перед? Он как раз на Бокрусе был дебаф, я проанонсил. Один выносит дебаф, остальные должны в сферы переключаться. Когда третья сфера умирает, появляется кнопка, правильно? Или когда первая умирает? Любая сфера. Одну сферу убили, появилась. Ударил, бьет кнопкой, должен сбивать как. Ну и сейчас просто чуть-чуть буквально не успели сбить, на агро кинулось, ему просто времени не хватило прожать. Так, грубо говоря, ДБМ проанонсил, что он на нем. Или не ДБМ, это, наверное, здесь чисто сирусский анонс. В общем, проанонсил, что на агре, и тут же всех убрал. Да, я думаю, убьем сейчас. Еще 15 минут мне есть, думаю, там 1-2 трая сделаем. Еще два босса не видели. Ну, посмотрим. Завтра приду, может. Знаю, завтра... Вечером я не буду играть, так что смотрите сами там, если будет допронос, какие делать. Я пойду только вечером. Ролики, она без... Это чё? Дробящая? Дробящая. На хил, на РДД хила. РДД? Ну, это, наверное, только на шамана или на приста, потому что маги и локи не носят дробящую. Спина тоже никому не надо? Крит, РПБ. Нет. Навара плащ на кота. Или какая сила на кота? Навара, значит. Навара, это сила выносливость. Тут говно, если честно. Есть пару шмоток хороших. Но немного. О, ладно, я могу на успех паролить? Это... Кому не надо, да? Пароль. Спасибо. Если ты про одна ручка, туда с мороза. Триста двадцать. За ГП? За ГП, да? Да, да, да. Ой, нет, убирай. Не, я лучше танк в первую очередь. На самом деле дробяшка с красной дыркой, она реально, она лучше, чем 64-я. Да не за дробяшку сейчас, Саш, подожди. На успех эти запы уйдут тебе за 120. Не хочу. Забирай обратно. Я буду танк одевать, сделаю на него упор. Не хочу распылять. Я лучше быстрее танк одену. Буду, блядь, в жопе сидеть без лута. Топор нужен двуручником? Лучше банан, вставай. На тебе на одном КД нет, на масс-рез.
Да не, надо учитывать капы, когда собираешь шмот. А тут шмот. Да. Не, я думал, это самое, забыл чуть что из-за ГП, да. Нафиг мне шмотку за ГП, которую раньше, чем через месяц, не надену. Смысл? Пусть она, не знаю, там, для карт собирает. Рыбу кушать. Ты мне вот на рукавнике отдал Лисьей Роще. Ты мне тоже их отдал за это? За ПГП, не? Нет. Видишь, как получается. Одну шмотку я получил на распил без ГП, а остальные вот были. На распил я снял за ГП, это глупо. Двадцать ГП за распил. Угу. Вот самый пыли. Инчантер топовый. От бога. А мультик? Нет, не мультик. Нет, это другой голос похож. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Так, все готовы? Отчет на пол. Сфера появляется, сразу заливайте, аннигиляция 10 секунд. Убили сферу с левой стороны, быстро. 3 секунды аннигиляция. Силу, на тебе кнопка появилась. Нажми на кнопку, сбей аннигиляцию. По центру экрана. Парам-пам-пам. Она система. Я жала! Как там это, помните, как звук в игре? Пуа-пуа-пуа-пуа. Ладно. Ну, кстати, бывает, у меня тоже было как-то, что появилась кнопка, прожата кнопка, ну, эффект. А надо выбрать босса в цель, чтобы... И да, или просто нажать. Если сбить касс, наверное, надо выбрать цель. А может еще ближе подойти, может быть рейндж есть у сбития? Нет, рейнджа нету. Если ты ее много жала, значит надо было выбрать босса в цель. Потому что после нажатия, после сбития, она пропадает сразу. И... После того, как убили сферу, сразу выбираете босса в цель. И или по команде, или сами смотрите и сбиваете каст.